Итак, добрый вечер, мои родные. Вы на канале Мона Лиза. Меня зовут Татьяна. Сегодня мы с вами приготовим пиццу. Берем вот такую вот емкость. Это большая емкость у меня. Самая большая берем. Тесто у меня покупное. Я покупаю в магазине готовое дрожжевое, самое обычное тесто. Так, смазываем наш противень постным маслицем. Масло не жалеем. Распределяем по бортикам. Хорошо смазываем. Так. И наше тесто. Сколько здесь грамм? Ну, наверное, килограмм, да? Килограмм. Вылаживаем на наш противень. Руки хорошо смазываем маслом. Пусть они, чтобы не приставало наше тесто. И вот так распределяем по всей поверхности нашей емкости. Можно взять любую емкость, какая у вас есть, но чтобы она была широкой. Сама площадь. Тесто у нас дрожжевое. Оно должно немножечко, как мы сделаем уже готовую пиццу, заготовку, она должна немножко постоять. Вот так вот делаем бортик. Вот так вот. Чтобы был бортик. Вот так. В нашей семье пиццу мы очень любим. Часто ее делаем. Вот так. Начинка может быть самой-самой любой. Вот что у вас есть в холодильнике. Ну, в основном это какой-то сыр. Да, соус помидорный, томатный. Можно взять кетчуп. Можно взять томатную пасту. Можно взять любой томатный соус. Так, моем руки. После нашего масла и продолжаем. Так, у меня будет домашний кетчуп. Вы просили рецепт, но там столько приправ, я не знаю даже, как они будут по-русски переводиться. Надо мне поискать в гугле, проверить. Очень много приправ. Так, домашний кетчуп. Можно покупной. Так. Он уже у меня с приправами. Соленый. Так что я, кроме этого, солить ничего не буду добавлять. Так. Бортики мы оставляем. Смазывать их не будем. Пицца должна быть тоненькой, она должна хорошо пропектись. Вот так. Соус должен быть так в хорошем количестве, не жалеем соуса. Так, достаточно. Дальше, что мы делаем дальше? По всему периметру у нас есть вот такая шумка. Фермерская. Упаковочка XXL. Да. Сейчас мы ее варим. Ну, это вареный колбас. Можно нарезать
любой вареный колбас, например, докторскую вот такого вида колбасы, да, чтобы она была мягенькой, понимаете, вот видите, какая она в разрезе. Вот в ней есть немножко прорези, да, ну шумка, ветчина так называемая. Так, мы ее порежем. Как мы ее порежем? Ну, наверное, кубиком, да? Таким вот небольшим треугольничком. И распределяем по всей поверхности нашей пиццы. Режем так достаточно, не сильно толсто. Так. Ну, вот такими вот кусочками, видите? Вот так. И распределяем вот так постепенно, чтобы везде было, не жалеем. Мы делаем, готовим для семьи, для наших любимых мужчин, чтобы было вкусно, чтобы было по-богатому. Вот так. И распределяем. Пиццу у меня даже любит кот. Наш кот Стивен. Он с нами кушает пиццу. Он любит вот такую корочку хлеба припеченную. Очень любит кушать. Сухарики любит грызть. Так. Так вот распределяем. И сверху натрем твердый голландский сыр. Да? Ну вот и вся наша пицца. Какой-нибудь томатный соус, мягкий колбас и голландский сыр. Голландский сыр у меня вот такой обычный, такой кусочек остался. Сейчас мы его натрем сверху. Пицца немножечко постоит. И потом мы ее будем запекать в теплой духовочке при 180 градусах. Ну, до готовности минут 15, не больше. Вот так натираем сырочек, чтобы везде попало, он растает, распределится по всему тесту. Терка у меня такая хорошая, металлическая. Покупала я ее у нас в местном магазинчике. Вот такая терка. Видите? Самая обычная, металлическая. Мне она очень удобная. Да. И вот такие вот, видите, сырочек, весь натрем его. И как наша пицца будет готова, покажу вам готовый результат. Кушаем пиццу мы, как обычно, тоже с горчицей, с майонезиком или с каким-нибудь салатиком. Можно помидорки нарезать сверху, так свежие положить сверху. А можно просто еще добавить немного кетчупа сверху. Так как этот кетчуп, он впитается и останется только вкус томатный. И приправлю тут.
ставьте мне лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, любите ли вы пиццу, какую пиццу вы делаете, оставьте ваш рецепт, может вы какую-то необычную делаете, вегетарианскую, есть такие пиццы с ананасами делают. Так распределяем и в духовочку на минут 15. Все, ждем. Итак, наша пицца готова. Вот она только-только я ее вытащила. Вот она какая красавица. Она должна хорошо остыть, она еще кипит. Чтобы она остыла. Она отстает от нашей формы, но корочка, видите, хрустит. Когда она остынет, то она будет лучше отставать от формы. Пусть она немножко остынет. Нарезаем на треугольнички. И вуаля! Наш ужин готов. Делаем любимый напиток. Кто любит пиво, безалкогольное, как я. Кто любит ариан, можно с арианом эту пиццу кушать. Вот мое пиво. Все вы его знаете. Загорка 0. Вот. И быстро, очень вкусно. Ну, не столько полезно, конечно. Здесь калорий много. Вот она уже остыла, начинает немножко отставать. Тесто пропеклось. Хочется мне ее уже нарезать, но пусть она остынет хорошо. Все, мои родные, подписываемся на канал. Ставим лайки, делимся в соцсетях, оставляем комментарий и ждем новых видео. Все, мои родные, всем пока. Берегите друг друга, готовьте вкусно и ждите моих новых видео. Все, всем пока.